Монгольская народная сказка «Оса и ласточка». В глубокой древности птица-хан, злой властелин всех птиц, захотел узнать, у кого на земле самое вкусное мясо. Позвал он осу и ласточку и сказал: «Отправляйтесь на землю и узнайте, у кого самое вкусное мясо». Полетели оса и ласточка на землю. День был солнечный, тихий. Ласточка и забыла о поручении птицы хана. Она летала в поднебесье, насвистывала песни и грелась на солнце. А злая оса времени не теряла. Кто ей навстречу попадался, всех жалила. Пробовала, у кого самое вкусное мясо. И вот солнце пошло на закат. Настало время возвращаться. Полетели оса и ласточка к властелину птиц. Ласточка и спрашивает: «Оса, узнала ли ты, чье мясо самое вкусное?» «Узнала», отвечает оса, «у человека самое вкусное мясо». Огорчилась ласточка: «Как спасти человека?» «Скажи», спрашивает опять ласточка, «а как ты узнала, что у человека такое вкусное мясо?» Оса отвечает: «Пока ты летала, да песни пела, я работала, всех жалила, верблюда, быка, лошадь, змею, собаку, лису, льва, человека жалила. И оказалось, у человека самое вкусное мясо». Еще сильнее огорчилась ласточка и говорит: «Устала я, не могу дальше лететь, отдохнем немного». Сели они на ветку. Ласточка и просит: «Покажи мне, пожалуйста, свое жало». Оса разинула рот, а ласточка раз и клюнула ее в язык. Закричала от боли оса, да никто никакого крика не услышал. Одно только бунчанье: «Дж-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 
А совьется вокруг хана, жужжит изо всех сил, а сказать ничего не может, языка-то ведь нет. «Ничего не понимаю», — говорит сердито птица хан. «Бунчит, бунчит, говори ты, ласточка, чье мясо всех вкуснее?» «Самое вкусное мясо у змеи», — сказала ласточка. «Кто его раз попробует, тот на другую пищу и смотреть не станет». Поверил птица-хан ласточке и начал охотиться на змей. Теперь на земле из птиц ханского рода только один орел остался. И стоит только орлу увидеть змею, он сразу же тащит ее к себе в гнездо, потому что думает, что на земле вкуснее пищи не бывает.